Осенью 2017 мы заночевали в Малевке в доме нашего друга Саши Попова. Какие у вас впечатления от российских сухпайков? Мяу, нормально. Если они такой толпой живут, и у них же конкуренция за пропитание-то, правильно? Вот. Значит, они все-таки это, такие жизнеспособные. То есть они меня... У меня отожмут там, да, как-то. А после возвращения из зоны Саша пообещал показать нам полянку здоровья. Не ту полянку здоровья, которая находится непосредственно в аномальной зоне Малёпка, а как бы альтернативную, вторую, которая находится с другой стороны реки, за деревней. Мы никогда там не были, поэтому было очень интересно. Иди, друг. Ах ты пушистый. Пушистый. Чё ты? Как дела у тебя? Как дела? Черныш? Ох ты морда! Ох, какие зубы-то у тебя хорошие. У нас времени нету, Байка. Он говорит, я не могу в храм, говорит, пойти не помытый. Я говорю, смотри, вот видишь, я грязный, я же иду в храм. На нашем космобатоне вместе с Сашей мы приехали за деревню Малёпка, вышли через поле и подобрались к этой самой полянке здоровья. Ну, честно, было впервые там мы оказались, поэтому ощущения были такие более настороженные, более резкие. А вот вход действительно через перелесок мне показался таким немножко жутковатым и чем-то таким цепляющим. А вот сама поляна, она достаточно простая. Я бы не сказал, что там какие-то сильные есть эффекты. Приборы почти ничего не показали там. Ну, собственно, посмотрели. Было интересно. Большое спасибо Саше Попову за экскурсию, за гостеприимство и за вкусный хлеб.